Найдите 5 отличий. В эту игру все чаще приходится играть обладателям смартфонов, особенно это касается обладателей iPhone и Samsung Galaxy. Потому что Apple и Samsung давно ведут войну по поводу этих двух смартфонов. Apple считает, что Samsung украл у нее определенные технологии, но можно видеть, что, в общем-то, смартфоны довольно похожи. Однако последний раунд остался за Samsung. Через суд он обязал компанию Стива Джобса действительно показать прототипы iPhone следующего поколения. Вот, кстати, это один из самых фантастических прототипов. И следующего iPad. Это будет третий по счету iPad. Надо сказать, что раньше на самом деле суд удовлетворил требования Apple, аналогичные к Samsung. Так что это будет такой взаимный обмен. Причем видеть первые прототипы будут только юристы, не разработчики, чтобы избежать, ну, утечки технологий. Надо сказать, что Apple ведет патентные войны со множеством компаний. Это и Motorola, и HTC, которые также производят телефоны. Но с Samsung самая интересная ситуация, потому что Samsung поставляет важные компоненты для iPhone и iPad. То есть, получается, одной рукой дружим, а второй воюем. Я хочу добавить, что патентные войны — это потрясающе увлекательная и быстро развивающаяся область человеческой деятельности. Потому что вот только сегодня, например, появилась новость, что тот же HTC будет выплачивать $5 с каждого смартфона на базе Android. И добился этого Microsoft, который в итоге за это получит $150 миллионов. А все почему? Потому что HTC якобы скопировала технологию синхронизации почты и так далее. Ну вот такой маленький нюанс, а тем не менее $150 миллионов репараций. Ну а простые пользователи и покупатели уже просят: пожалуйста, сядьте за стол переговоров и договоритесь, чтобы нам не приходилось, покупая какой-то смартфон или планшет, оплачивать также судебные издержки. Маша.